Юрий, да? Да, только громче говорю, видите, глуховат чуть-чуть. Глуховат? Я нервничает, да. А чего вы нервничаете? Да, ну, не пробуй на камеру сниматься. Ну, вы не обращайте на нее внимания, со мной ну, просто общайтесь. Я понял, ну, постараюсь, да, я вас слушаю. Юрий, я узнала, что вы сам местный житель. Да. Вы это все здесь переживали? Конечно, вот и дом. Как вы вообще, как это вообще все пережить? Почему не выехали там хотя бы на время? Ну, это не каждый. Многие поезжали, а кто такие посмелее, такие те остались. Вот так вот решили, что останемся на этой стороне. Как бы вот так вот. Все это время вы были в городе, а сейчас конечно. Его своими руками восстанавливаете? Два. Пытаемся, делаем. У вас до этого был какой-то опыт в строительстве? Ну, конечно, и на мостах работали, и на заводе нашем коксохимическом. Угу. Опыт есть, короче. Интересно, что там сейчас с заводом-то вообще будут его восстанавливать? Потому что, мне кажется, как, там много у вас же, людей работало. Много-много. Ну, людей нету, не знаю. По поводу завода слухи как бы ходят, что будут восстанавливать. Ну, а время покажет. Как бы вот так вот. По поводу, ну, я эти вопросы сильно не решаю. А вы где сам живете? Сам где живете вы? Ну, жил, пощерся, потом прилет был. Сейчас живу с родителями. Ждем, пока там тоже старая часть восстанавливается. Как бы вот так вот. Каково вот это вот ощущение, знаете, вот ну, своими руками вот восстанавливать свой же родной город? Мне кажется, ну, это как-то вот по-другому гордость, ощущается. Гордость, что? Восстанавливаем. То раньше с нуля строилось, ну, сейчас вот так вот, как есть вот так вот. А люди вообще стали возвращаться в город? Ну, не такими большими количествами, но потихоньку возвращаются. Как сейчас зимовать? Там воды нет, электричества нет? Или да мы уже люди как бы привыкшие, что нам уже. Сейчас как бы полегче все стало. Ну а так мы люди привыкшие. Переживем. Главное, что налаживается все. Ну, просто многие люди не могут понять, вот когда приходится выживать, для чего это нужно? Да, чтобы остаться в своем родном городе. Вот лучше честно, же там выехать на время, где-то вот пожить. Честно, это надо прожить. Так я вам ничего не расскажу. Это надо пережить и прожить здесь только так. На словах, словами ничего не расскажешь. Ну а что это вот? Любовь к своему городу, да, к своему краю? Или вот что это вот? Как это объяснить можно? Все, вот все, что вы вот так сказали, все, и там еще можно сверху накинуть, это все. Ну, как бы вот так вот. В общем, вы истинный патриот своего города. Конечно. Ладно, сил вам на все это. Спасибо большое. Если что, заходите. Хорошо.